Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Один стих. Если его сегодня разобрать и воплотить, очень большие перемены будут и в церкви, и в государстве. Будьте единомысленны между собой. Единомыслие — это нет фракций, партий, церкви, религии, конфессии. Единомыслия нигде нету. Ни в семье, ни между детьми. Нигде вообще нет единомыслия. А без единомыслия это мы разные. А разные, значит, по крайней мере, один уже не прав. Иногда диаметрально противоположное мнение. И оба правы никак не могут быть. Вот сейчас взять сектанты. Отошли. Рукоположения нет. А вот церковь. Никогда не понималось так, что церковь, что-то отойти от церкви, сейчас отдельно начнут собираться, и это будет церковь. Никогда. А причина какая? Дальше даю. Не высокомудрствуйте. Павел, когда написал Римской церкви, может, он имел конкретно кого-то в виду, а может, обобщал для будущих поколений. Высокомудрствовать, слово мудрость — это хорошее, София. И высокая мудрость — это полет орла. Но здесь имеет иронический смысл, значение. То есть человек начинает думать, что он что-то много знает. А что ты знаешь? Много знает тот, кто много читает, кто внимательно живет, кто исполняет заповеди Господни. Тому Бог дает знания. А если ты будешь сидеть у телевизора, ничего, там знания тебе не прибавится. У тебя дерзость появится, высокоумие, что-то знаешь. А дальше поясняет. Но последуйте смиренным. Высокомудрствовать и смирение совершенно разное. Дьявол более всего ненавидит смирение. Ни поста, ни молитвы он так не боится, как смирение. Хотя постом и молитвой изгоняется дьявол. Смиренно означает, перед Словом Божьим человек наклоняет голову, признает старших. Он знает свое место. И поясняет. Не мечтайте о себе. У нас слово «мечта» неплохое слово. Человек мечтатель, кремлевский мечтатель, думал построить лучшую жизнь. А в Библии я проверил все до одного слова. Ветхий, Новый Завет. Неканонические книги ни разу, нигде слово «мечта» в положительном смысле не встречается. Нигде. Возмечтал быть Богом Деница, и что случилось? Он стал высокомудрствовать, в сонме богов поставлю престол. Вот откуда все идет. И чем кончился? Во что превратился? Вот сейчас бы, конечно, не дай Бог, а Господь может так сделать, что человек иногда видит дьявола, и ему задают вопросы, и он отвечает, как Макарий, Иларион, и сказать: ты понимаешь, что ты с собой сделал? Впереди еще целая вечность. Но сегодня ты можешь у Бога просить прощения? Он говорит: это людям дано, мне не дано. Он не может. Встань на место. И больше никогда не ходите на скамейке. Ложиться спать. Я уже столько раз говорил. Высокомудрые. Потом вы ничего с него не возьмете. Будьте внимательны. Слово Божие написано к нам. Мы не можем как сектанты рассуждать. Это к римлянам написано. Пусть римляне разбираются. Это к нам написано. Павел говорит: достигшим последних времен, чтобы мы не были похотливы на злое. Высокомудрствовать, думать о себе высоко, погибельно. Сколько бы ты ни знал, ты только будешь знать одно, что ты еще ничего не знаешь. Апостол Павел это и подтверждает. Мы должны научиться мыслить так, как Господь нас научает. И вот чтобы стихи эти понять, можно, конечно, разные толкования дать. А все же самое правильное — посмотреть сначала, что Бог говорил подобное когда-то, через пророков. Высокомудрие было и у израильского народа, у других наций. Вот в послании к Коринфянам Павел говорит 1:10, первое. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Он об этом заботился. Но этого достичь можно только путем смирения. Если смирения нет, ты обязательно начнешь за борт заходить, за ограду, через прясло полезешь. Скотина смиряется перед человеком. Как-нибудь встань со стороны и посмотри, корова могла бы разломать твою ограду? Да ты делать нечего, она даванула боком, она смиряется. Ей, может, и неприятно, что ты доишь ее, она смиряется. Бог в нее это вложил, а человеку дал волю. Я добровольно должен смириться. Так сказал Господь. Наша душа, говорят, по природе христианка, по природе райской. А сегодня она язычница. Ее надо все время давить и заставлять. Она добровольно не хочет. Она не постится, не хочет выйти. Только встали, через 5 минут вижу, ребятишки между собой переглядываются, строят рожи. Берите детей, рядом с собой ставьте. Посмотрел на часы, ровно 5 минут прошел, пересмеивается, стоят с девочками. Совершенно не годится. Это уже растут мечтатели. Ты идешь в храм, так его настропалишь, чтобы он стоял, как на огненной плите. Я пришел к Богу, в храм Божий. Первое послание к Коринфянам 8:2. Павел говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. И на этом остановись. Определяет знание, это круг. И чем больше знания, а вокруг круга, что это область неизвестного. И чем больше знания, тем длиннее будет окружность, тем больше ты понимаешь, что не знаешь. И в конце жизни можешь сказать, я так ничего и не узнал. Знает тот, кто понял, для чего он живет. Задумался о смысле жизни. Жизнь для этого дается. Чтобы найти Бога, примириться с Ним, познать волю Божию, исполнить волю Божию. Господь ждет, когда мы к Нему вернемся. 1 Петра 3:8. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. У нас нет единомыслия с потрясшими священниками, да и с нашими-то нет. А почему? Да потому что они Слово Божие не берут. С нами иметь единомыслие очень легко, только открывай Библию, и все единомыслие. Я нахожу единомыслие по многим вопросам с католиками, с баптистами, с пятидесятниками, адвентистами, даже с иеговистами. Где Слово Божие понимается правильно. Здесь никакого объединения не может быть. Мы совершенно разные. Второе Паралипоменон 30:12. И над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господню. Что Бог скажет? А Бог через кого-то говорит. Он с нами не говорит так. Я ни разу голос не слышал. Он говорит через слово свое, через служителей своих, через ближних. Кто бы ни сказал, а ты сразу взвесь, а от Бога это или нет. И Господь говорит, дал им руку свою. У них было единое сердце в стране Израиля, когда они строили храм, когда приносили жертвы, когда вместе вопияли Богу. Это Бог дает единое сердце. А отсюда вывод, не единое, это не от Бога. 3 Иоанна 1:9. Я писал в церкви, но любящие первенствовать у них диатреф не принимают нас. Он отталкивает. У нас, я говорю, приняла сестра крещение, ее сразу выгнали. Сразу. И сестра эта, которая приняла крещение, вчера села, взяла сама и позвонила священнику. Я вашего отца, тот говорит, да. А почему ж ты меня выгнал? И она его в тупик поставила. Она стала ему цитировать 4 главу Матфея. Какие искушения после крещения? Вы меня в искушение вводите. Я ничем не виновата. Брак ваш управляли, вы меня не погрузили. Какую радость я испытала, вы бы знали. Полное расхождение. А сегодня вдруг самостоятельно звонит и говорит, мы погорячились, мы бы могли тебя сами крестить. Я ему верить нельзя. Это они сегодня, они не знают, что делать. А почему раньше ты не крестил? Вы же говорили, что это оскорбление Бога, если теперь крестить. Как печать какую поставить, лоб помочит, уже крестить нельзя. Согласны они? Полное погружение должно быть, но если не крещеный. А если лоб помочили тебе, то уже крещением считается. Тебя уже до крещения нельзя допускать. Я все больше и больше склоняюсь к мысли, что здесь потрудился не Бог. Не может так быть, что Бог к таинству закрыл сам двери. Молится канон, поминает ее имя, а другие спрашивают, а кто такая? И уже ей звонят и говорят, какая ты счастливая, что тебе Бог дозволил иметь такое крещение. Где ты была? Они не знают, в какой угол теперь тянуть. Главное, только молиться надо. Да не высокомудрствовать, не мечтать. Мечтающий человек, написано, рождающий, сердце наполняется мечтами. Она еще не родила, уже сын вырастет, меня допоит, докормит. Подожди, допоит. Еще родить надо. Урождающий, не уродивший, сердце наполняется мечтами. Ты эту мысль еще не воплотил в жизнь, а я тоже мог бы. Ну, мог, почему не делаешь? Сначала научить надо, потом человека привести к истинному крещению, притом бесплатно. Деяние 4:32. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Одно сердце, одна душа. Это не надо понимать, что у других сердца не было в груди. Это единомыслие. А единомыслие возможно тогда, когда Дух Святой объемлет человека. Единомыслие возможно у ног Христа. Без Христа нет единомыслия. Во всем мире нет единомыслия. Разными странами, в одной и той же стране, вчерашние республики между собой уже воюют. Настоящая война идет. А единомыслие должно быть, поверь, нет, и Грузия православная, и мы православная война. А если бы те и другие верили истинного Христа и сказали, да Бог наш дал нам мир, да какое же имею право у кого-то отнимать жизнь? А ничего этого не говорят. Игрушками в руках масонов стали те и другие. Пророк Исаия 5:21. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. Вам, думаю, встречались такие люди. Вот что-то они мудрят, что-то, но только не по Писанию. По Писанию мудрить очень трудно православным. У нас есть толкование. Вот мы каждое утро читаем блаженного Феофилакта толкование. Есть такие моменты, которые я не могу принять, но я и не могу никуда перешагнуть. Я вижу, что надо на проповедь идти, а они прославляют там монашество. Я ничего не упустил. Но я могу делом доказать, что это неправильно. И неправильно, потому что Господь послал в мир апостолов. Не надо было мудрить. А вот намудрили, что сейчас есть, это все высокомудрие. Выше Бога хотят люди быть. Бог сказал, ты сразу сложил руки, поклонился, слушай раб твой. И все на этом кончилось. Иаков 3:13-14. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. А оказывается, эти люди, хвалящиеся, они любят лгать на истину. А ты мудрость имеешь, так думаешь о себе, ну докажи добрым поведением, с мудрой кротостью. Один будешь, ты никогда не будешь знать, какой ты есть. Почему святые советовали всегда быть в общежитии, даже у монахов? Потому что мы друг от друга научаемся. Иеремия 32:39. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему, и благу детей своих после них. Дам одни мысли, даже и какой будут бояться меня. И это все достаточно тебе. Мы одинаково будем бояться Бога. Бояться нарушить заповеди Его. Мы будем стремиться друг к другу. Мы будем все время ощущать, что самому мне таланты не развить. Да я и не знаю их, свои таланты-то. А другой тебе подскажет. Пророк Иеремия 45:5 говорит так. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь. А тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда ты не пойдешь. Думает, что-то сделает, построит. Коммунизм, ничего этого не будет. Бог все размечет, раздует, и буря утихнет. Кто бы мог думать, что такая держава рухнет? А сейчас мы говорим все это в прошлом, как будто никогда этого не было. Книга Иова 31:13-15. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? Даже служанка к нему обращалась, и он не говорил там подчиненному разобраться, сам разбирался Иов. И когда бы он взглянул на меня, что мог бы я отвечать ему? Не он ли, который создал меня во чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе? Вот такое простое рассуждение. Мы одинаково зачаты, одинаково смертны. Почему ты меня презираешь? Вопрос. И И он это, к этому дошел, еще не зная Христа. А уж во Христе, тем более мы все вместе. Устранить не единомыслие очень легко. Встань на молитву. Перед Богом открой сердце и скажи: Господи, проверь, почему меня нет в церкви? Почему я не хожу никогда на занятия здесь в Дни Божьи? Почему я на благовестие не еду? Вопросы эти почему? Поставь, и ты увидишь все в тебе, не в ком-то. А в тебе почему? Ты увидишь сердце, это наполнено не той благодатью, которую ты получил в крещении. Постепенно все это заросло тиной, и там уже ветер не движется. Где Дух Святой, там всегда движение. Там человек не прячется. Евангелие от Луки 14:13. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. У нас, когда батюшки было бракосочетание, в Маково церкви собрали всех нищих, какие были. Это редкий случай. Обычно на свадьбе это нищие, понимаете, как бы не то время. Такое у нас торжество. И я скажу, что было очень интересно. Какие-то новые мысли, даже нищие, ты думаешь, он ничего не знает. А у него тоже свой мир. И они-то были как рады. Мы прошли, все, кто только были нищие, всех до одного собрали. Лука 22, 24, 27. Был же и спор между ними, кто из них должен посчитаться больше. Он же сказал им: цари господствуют над народом, и владеющие над ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший. И начальствующие, как служащие. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Ты вопрос всегда ставь себе, скажи: прошел день, а кому и чем я послужил своим талантом? Рано или поздно за это придется отвечать. Как он может умножить этот талант, если ты один находишься? А за неделю? Ну а дальше ты увидишь, как все пустотой уже накрыто. Как твой талант послужил, и тебя нет, и никто и не ощущает недостатка никакого. Ох, не так живем. Еще не поздно. Не надо высокомудрствовать, а перед Богом склонить голову и сказать: Господи, неделю талант лежал закрытый. Я никому ничего не сказал, никому не пошел, чужое горе не развеял, никому не помог. Вот своим гнездом сидел только. Прости меня, Господи, и впредь этого да не будет. Матфея 18, 1, 4. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше? А он им говорил: если не обратитесь, не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Что значит дитя? Прощение. Злопомнение у ребенка редко бывает. Я лично таких и не знаю. Потому что совсем окончательно испорченный ребенок рано созревает, на зле воспитан. А обычно тут они забывают, опять вместе играют. Филиппийцам 1:27. Только живите достойно благовествования Христова. Чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышите о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Единодушие в чем? Не то, что как мы мыслим. Ты думаешь, кто взорвал эти торговые центры в Америке? Одни думают, что это их ЦРУ взорвало само, другие думают, что пираты там, террористы какие-то. Ну, в этом мы можем даже иметь единомыслие. Ну, что толку-то? Что с нами, шизофреник был или глупый? Ну, что это даст? Мы должны быть единомысленны по слову Господню. Мне это совершенно никакой пользы не дает. Даже если бы я знал это все и рядом был, тем более я на этой башне был. Был наверху, с нее смотрел, туда экскурсии были. Ну и что? Я только благодарю Бога, что я не попался в то время. А этот капкан, может, для меня как раз был поставлен. Ты только благодари Бога, что дал Бог нам направление единомыслия по слову Ему. Придет Павел к нам, не придет, он не пришел к нам, чтобы в одном духе, за веру евангельскую, согласно того, как он благовествовал. Это возможно только тогда, когда ты в церкви. Вне церкви невозможно. Павел создал церковь. Он пишет Филиппийской церкви. Он пишет и одному Тимофею, но Тимофей был в церкви. Филимон был тоже в церкви. Просто так на ветер он не писал. Даже Иоанн пишет и сразу говорит, называет старица, говорит, что это речь идет о церкви. Филиппийцам 2, 2, 3. Но дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомыслы, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, по смиренномудрию, посчитайте один другого высшим себя. Простые слова, но как трудно это принять. Мы настолько все разные, но мы никогда бы не могли стоять вместе, разговаривать, если бы мы не знали Бога. У человека неверующего столько же тех амбиций, такой гонор. Но одно слово только он. Вы научитесь говорить евангельским языком. Ни одного лишнего слова не евангельского. Иначе мы просто будем скрывать дурные слова за какими-то определенными, недоговоренными словами. Единодушно, значит, по Евангелию. Притча 17.5. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. А в мире радуется, да. Трудно, конечно, всем сострадать. Но себя надо смирять. Я не посострадал, прости меня, Господи. То есть ощутить ущербность свою. Сердце еще не расширено. Притча 26.12. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Не мечтайте о себе. Мне в жизни встречались мечтатели. И они все что-то думают, мечтают, построить. Ничего не будет. У нас были люди, которые жили здесь, которые не согласны с уставом. А вот надо вот так. Вывели, это есть у Гоголя, Маниловщина называется. Но ты попробуй еще 360 сел в Алтае брошенных. Поселись там. Найди людей единомышленных, другой устав напиши, что ходить раздетым, чтобы курить можно было, чтобы дети ночами ночевали где хотят, чтобы службы никакой не было, пропускали ее, то есть все, что тебе не нравится, включи туда, что нравится. Но ведь не сделайте никогда. Если бы так было, просто на каждом шагу в деревне возникали. Мы-то здесь сколько бьемся, да я не один. И брат не один. Еще Бог дал каких сотрудников. Мы же все, заметьте, как все единодушие. Всю неделю готовимся, поехали на благовестие. В разные концы поехали. Брат уехал, там свидетельствует. Притча 3.7. Не будь мудрецом в глазах своих, бойся Господа и удаляйся от зла. А хочешь узнать, что ты мудрый или нет? Встреться с кем-нибудь, с более мудрыми. И ты поговоришь, и ты увидишь. Бывает, встречаешься с какими-то специалистами и таким себя нищим чувствуешь. Хотя я без этой специальности проживу. И у меня были постоянные встречи в летном училище, а там преподаватели почти все полковники. И вот собрались однажды, они пригласили меня после занятий с их курсантами. Я не говорю, у тебя какое впечатление? Он говорит, мне кажется, я не учился, я академию не кончал, ничего нет. Я совершенно ничего не знаю. То есть он никогда об этом не думал. Но когда услышал о духовном, о небе, о вечности, о Христе, он понял, это другая сфера, совершенно другая. Все специальности невозможно узнать, человек все знает. Или говорят, он знает наизусть. Не надо этому верить. Это образное выражение. За всю жизнь я не встретил никого, кто бы знал наизусть Библию. И кто знал наизусть хотя бы Новый Завет. Хотя, говорят, такие-то знали они. Я в это не верю. Мне сказали, такой-то человек знает наизусть псалтырь. Я с ним встретился. Читай псалом. Он читает. 3 псалма я остановился. Что? Я думал, знаю. Не знаешь. Читай 118. Когда его учишь наизусть, уже маленько стронулся. Ты начнешь заплетаться. 118 псалом я встречал одного. К нам он приезжал. Он его знает. И самое дивное, что старообрядец, и по-русски. Вот как Бог делает. А чтобы наизусть знать точно в переводе, может, я просто не встречал. Мне не повезло, может быть, в жизни. А обо мне постоянно говорили, везде, он знает Библию наизусть. Не знаю, но только я знаю на каком-то уровне, что когда читает любое место, даже одну букву изменит, я сразу останавливаю. Это не так. А вы наизусть знаете? Нет. Просто что-то во мне срабатывает, неправильно, он читает. И вы знали это? Не знал этого. И у меня постоянно это было. Какую бы книгу не начали читать, не слово, а падеж не так сделать. Или союз и поставить, я останавливаю, перечитаю еще раз. Букву одну изменить не так. И внутри меня, как перфокарта, не пропускает, я останавливаю. Но наизусть я не знаю, это другое совсем. Просто мне Бог дал понимать, что это Его слово, а то уже с искажением. Вот что. Псалом 131. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои. И я не входил в великое для меня недосягаемое. Вот этим можно похвалиться. Я никогда не входил в вопросы, которыми занимались Вселенские соборы. Что Бог Отец, от кого исходит Дух Святой, что Христос две воли никогда. Это та тайна, в которую боюсь смотреть. Я православный, я принял по-православному. Католик понимает по-другому, я не оспариваю. Но если говорят, Христос не Бог, тут я встану и докажу. А относительно воли, это соборы, там, 3-й, 4-й, вообще в Писании ничего нет. Что он есть Бог, я вам уже говорил. Много мест Писания. Высокомудрствовать не надо и мечтать противопоказано человеку. У нас в Библии нигде не написано, что мы говорили «может быть», «кажется», «вероятно», а написано «да» и «аминь». Да, что Христос пришел, да, что Он нас избрал. Абсолютно точно мы знаем, что Он придет судить мир, и мы твердо исповедуем Христа и Его пришествие, и что искупленные им войдут в вечную жизнь. Аминь.